С днем рождения тебя! Тост! Так, давай! Ну ладно, значит, последние пару годиков выдались те еще. Но я счастлив. Благодаря каждому из вас. Спасибо, что вы есть. Стоп, усатый — это же тот, который выжил, единственный. По-моему, в его команде X. Да. Или как он там ее назвал. Задувай, что ли? Давненько я нигде ее не видел, эту актрису. Красивая она женщина. Марина Бакарин, да. Ну, хотя так-то я ее видел только в Дэдпуле и в Готэме. Я бы хотела ее увидеть в роли какой-нибудь ведьмы. Она была бы охренеть. Лично мое мнение. Уэйд Уилсон. А что надо? Вау-в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 ау. И типа я обосрался. Мне в жопу пихали и не такое. А вот Диснею... Ясно. Ну, конечно, это парик будет. Он весь пожеванный. Мистер Уилсон, вы напустили в штаны, пока были без сознания. Я был в сознании. А вы кто? Кто сомневался? Саня, ты обал... Саня, проснись, ты срёшь. А я и не сплю, да? Да, я вот недавно читала книжку, там хотя бы была упомянута такая деталь, что те, кто сидели это долго связанными, они, собственно, сидели в собственных нечистотах, потому что 12 часов связанным ты не посидишь, не обоссавшись хотя бы. Ну да. Поэтому в том же там безработном мне, допустим, понравилось, как типа это показали хорошо. И где я? Пройдемся. Уэйд, вы особенный. И я дам вам шанс стать героем среди героев. Мне нравится, как они постебали Дисней. Да. Среди героев. Так, ЖЧ Тор. И Тор. То есть... Плечо Халка. Да, и плечо Халка. То есть все, его официально ввели в общую вселенную. Ну подожди, может это введение будет такое же, как введение в вселенную Людей Икс? Где-то что-то там показывали, но... Ну да. Чую говнистый душок. Ваша киновселенночка сейчас по швам пойдет. Я ваш мессия. Я ваш Марвел Иисус. Я такой думаю, почему он все это говорит? А я потом вспоминаю, точно, он же это ломает эту стену, блядь. Он же знает, как дела обстоят с киновселенной Марвел. Да, все качество в пизду. Он же знает, что он герой комикса, фильма, все вот это вот. Я забыл, что это ж фишка Дэдпула. С этой... С Халкершей. У меня это почему-то из головы это вылетело. Хотя я обожаю Дэдпула. Но я немножко обнулился. Хоба! Хорош. Ёпта, нет! Да ну да! Готов жечь напалмом. Стоять! Мне нравится, что нам просто спиной показали Росомаху чуть-чуть, а сейчас, видимо, покажут нормально. Ну да. Чё стоим? Кого ждём? Лапу подай. А, не, слушай, я дальше полежу. Да-да, да-да. Дэдпуль и Росомаха. Ну, блин. Не сказать, что трейлер нам рассказал много. Но такие трейлеры должны быть. Хотя это даже не трейлер, а тизер вроде бы. Хоть у них и подписан трейлер, но на английском я вроде видел, там было подписано, что это именно тизер. Для тизера я удивился, что он такой длинный.
Понятное дело, что какие-нибудь там разбиратели будут разбирать кучу всяких деталей. Это не к нам. Это не обзор, не разбор и не что-то подобное. Это просто реакция. Поясняю для глупеньких. Ну, выглядит интересно. Ждем. Очень даже. Я надеюсь, Дэдпул останется хотя бы наполовину таким, каким был. Да. Что Дэдпул останется Дэдпулом. Да. Спасибо за просмотр. Да.